Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы находимся в разделе «Интересные вещи СССР. Музей советских вещей». И сегодня я опять поговорю по наследству, то, что мне досталось. Это ПК-3 клещи. Давайте сейчас я вам все расскажу и покажу. Давайте начнем. Вот, посмотрите, вот такие вот пресс-клещи типа ПК-3. В интернете можно найти, конечно, информацию. Я не очень в этом разбираюсь. С блокирующим устройством, предназначенным для прессовки алюминиевых жил в гильзах типа ГАО-4, ГАО-5, ГАО-6 и медная жил с сечением 4,6 мм наконечника серии Т. Можно в интернете почитать, я говорю, просто досталось по наследству. Посмотрите, здесь какая-то таблица. Здесь вот завод электромонтажных инструментов. СССР, все еще видите, СССР написано, 70 какой-то год. Сейчас, мне кажется, этот завод тоже существует, если я не ошибаюсь, и до сих пор производит такие вот пресс-клещи ПК-3. Вот такие вот клещи, посмотрите. ПК-3 тоже здесь нарисовано. Здесь, смотрите, всякие вот к этим клещам идут еще всевозможные инструменты, вот эти вот. Вот такие пресс-клещи. Сильно я в этом не разбираюсь, но напишите, кто работал, кто разбирается в этом. Я буду очень рад. На сегодня достались они от дедушки у меня по наследству. На сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся и ставим лайки. Также подписываемся на мой инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем пока.